Это традиционное немецкое блюдо, которое обычно готовят к Рождеству или другим большим праздникам. Уверена, что его богатый пряный вкус с небольшой кислинкой вам также придется по вкусу. Единственный недостаток этого замечательного рецепта приготовления говядины по-немецки является то, что вам придется потратить на это блюдо несколько дней. Однако, результат того стоит. А учитывая тот факт, что большую часть этого времени вам ничего делать не надо будет, то смело можем вносить его в список блюд вашего праздничного стола. А как удивятся и обрадуются гости такому новому рецепту, тут и говорить нечего. В общем, обязательно попробуйте. А я с удовольствием расскажу, как сделать говядину по-немецки в домашних условиях. Список ингредиентов в конце видео. Пари, репчатый лук, сельдерей, морковь нарезаем на крупные куски, зелень также крупно режем и все выкладываем в глубокую кастрюлю. Вливаем винный уксус, добавляем воду и специи. Ставим кастрюлю на огонь, а когда жидкость закипит, варим все вместе 5 минут, выключаем. Тем временем хорошенько промываем наш кусочек говядины. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Когда жидкость в кастрюле остынет, выкладываем в нее мясо, накрываем крышкой и ставим в холодильник. Для того, чтобы говядина хорошо промариновалась, нам потребует 4-5 дней. Через несколько дней вынимаем мясо из кастрюли и насухо вытираем его, хорошенько прогреваем сковородку и обжариваем на ней кусок говядины до красивого темно-коричневого цвета. Оставшийся после мяса маринад процеживаем, жидкую часть отправляем в глубокую кастрюлю, а овощи и специи обжариваем на сильном огне в течение 5 минут. Мясо перекладываем в кастрюлю к маринаду и туда же выкладываем обжаренные овощи, доливаем бульон так, чтобы жидкость полностью накрывала говядину, ставим все в разогретую до 200 градусов духовку на 2 часа, по истечении времени извлекаем говядину из кастрюли и нарезаем ее на порционные кусочки шириной около 1 см, соус необходимо процедить, добавить к нему сметану и все вместе готовить на медленном огне до загустения соуса, готовое мясо поливаем соусом и подаем к столу с любым гарниром. Вкусняшки, подписавшимся. Продукты и их количество, далее. Говяжья вырезка, 700 грамм. Красный винный уксус, 1 стакан. Вода, 350 миллилитров. Лук пари, 1 штука. Лук репчатый, 1 штука. Корень сельдерея, 1 штука. Морковь, 2 штуки. Сахар, 1 столовая ложка. Соль, 1 чайная ложка. Паста томатная, 2 столовые ложки. Сметана, 2 столовые ложки. Бульон, 200-300 миллилитров. Лавровый лист, 1 штука. Гвоздика, 2 штуки. Петрушка свежая, 50 грамм. Розмарин, 1 щепотка. Перец черный молотый, по вкусу. Количество порций, 8-10. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Заходите снова.